На избирательных участках Армении в эти минуты идет активное голосование. Наш корреспондент Нона Оганесян побеседовала с теми, кто пришел сделать политический выбор впервые. Овик Бахдасарян в Армении голосует впервые. Он получил гражданство страны всего несколько месяцев назад. Известный в Алеппо обувщик был вынужден уехать из Сирии на историческую родину. По решению правительства 15 тысячам сирийских армян дали национальные паспорта в ускоренном порядке. Я приехал в Армению из страны, которая не стала. Впервые участвую в выборах и очень надеюсь, что мы сможем построить свободную и далекую от войн страну. В первый раз участвует в голосовании 18-летний Баграт Вартанян. Молодой человек серьезно увлечен политикой, к выборам относится ответственно, ходил на агитационные кампании и внимательно читал предвыборные программы всех партий и блоков. Я очень рад, что наконец-то могу голосовать. Надеюсь, что мы, граждане Армении, сделаем правильный выбор. В будущем хочу видеть Армению в одном ряду со странами с развитой и стабильной экономикой. По данным ЦИК, в избирательных списках более 2,5 миллиона граждан. О процветающей Армении мечтает каждый из них. Нона Оганесян, Эмин Авакян, Мир 24. Предварительные итоги голосования ЦИК подведет завтра в полдень.